Гражданство за инвестиции в Панаме. Гражданство за инвестиции в Панаме. Основные выгоды получения гражданства в Панаме. Заявитель получает неограниченное право жить, работать и путешествовать внутри Панамы и за ее пределами. В связи с членством страны в Карибском сообществе, паспорт, полученный после утверждения гражданства, будет паспортом данного сообщества, что делает его действительным для поездок в другие страны, члены последнего. Основные требования. Отсутствие судимости. У заявителя должен быть крупный чистый капитал. Заявитель должен предоставить доказательства наличия средств и того, что они были приобретены легально. Заявитель должен быть не моложе 18 лет. Варианты инвестиций. Инвестиции в самостоятельную экономическую платежеспособность. Самостоятельная экономическая платежеспособность требует минимальную сумму инвестиций в размере 300 тысяч долларов США и предлагает три способа. Первый. Позволяет иностранному гражданину вложить необходимую сумму в депозитный сертификат Панамского банка на минимальный период 3 года. За каждого иждивенца заявитель должен вложить дополнительно 2000 долларов США. Любой полученный процент может быть внесен на сберегательный счет в Панаме и не будет облагаться подоходным налогом. Второй. Позволяет иностранному гражданину инвестировать минимальную сумму в размере 300 тысяч долларов США в недвижимость в Панаме. Применяется тот же пункт об иждивенце 2000 долларов США за каждое зависимое лицо. Третий. Предлагает возможность комбинировать два варианта. Минимум в размере 300 тысяч долларов США может быть разделен между депозитным сертификатом и недвижимостью. Применяется тот же пункт об иждивенце 2000 долларов США за каждое зависимое лицо. Варианты инвестиций. Инвестиции в панамскую реставрационную визу. Панамская реставрационная виза позволяет заявителям инвестировать в утвержденные правительством проекты по лесовосстановлению с целью получить постоянное место жительства – Панаму. Чтобы воспользоваться этой программой, иностранный гражданин должен инвестировать не менее 80 тысяч долларов США в один из проектов по лесовосстановлению, а инвестиции использовать для покупки не менее 5 гектаров леса. Получить паспорт Панамы. Гражданство за инвестиции с учетом статуса постоянного жительства. Квалификационные инвестиции, бизнес-предприятия. Офшорное налоговое убежище с законами о банковской тайне, известными для компаний. Приобрести гражданство Сейшельских островов после 11 лет проживания. Супруг и несовершеннолетние дети заявителя могут подать заявку на статус постоянных жителей. Citizenship Consultant – глобальный лидер в вопросах планирования проживания и получения гражданства. Мы помогаем тысячам состоятельных людей, их семьям и владельцам бизнеса. Наша задача – помочь вам и вашей семье обрести свободу, которую вы так заслуживаете. Мы предоставляем лучший сервис нашим клиентам, учитывая их желания в вопросах получения вида на жительство и гражданства. Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации.